Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Ярослав Стрикс. И извините, я хотел вот перезаписать один кавер, который... Вот у меня был микрофон, он немножко репел, но потом он сломался, отслужил своим. Так что, возможно, я в следующем месяце куплю новый. Не знаю, как он будет выглядеть. Так что, я попробую перезаписать этот кавер. Так что, подпишитесь на мой канал. Неважно на какой, мои три, к которому будут ссылки в описании. Добавляйтесь ко мне в соцсетях, в группу ВК. И поставьте лайк. Я передаю привет любимым друзьям Сашулька Макарова из Калинки Лайв, другу моему Джею Фоксу, Артему Куликому, Кэпу из Юмарвины ТВ, певица Аймори, Олегу Абрамову из Радио Тапка, ну еще и Сергею Перфилову, Ханмару Ирушку, Александру Калашникову, Мамору Чива, Юрию Юрьевичу, Лелику, она же Оле, ну и остальным, Кристи, Баеву, Мамору Чиба, Music Life, Сергей и всем остальным, которые у меня есть, друзья из Калинки. Танец злобного гения. Король Шут. Ремастер от версии. Предлагаем ваше внимание. Лавкач-игрок, жизнь между строк, и потому открыть ему незримый путь в любую суть. Эй! Танец злобного гения на странице произведения. Это игра без сомнения, обречённый ждёт поражения. Эй! Подсыпать в душу яд, всегда он рад. Всего за час прочтет он вас. Он волен взять и поменять строку и с ней смысл темы всей. Эй! Танец злобного гения на странице произведения. Это игра без сомнения, обречённый ждёт пора. Шердия! Эй! Поражение! Поражение!